наш любимый магазин «Шиншилка». Этот раз мы в этом магазине выписали капли против блох и клещей. В коробочке две пипетки по 5 мл. Это для собачек, которые весом больше 30 кг. В летний период мы берем таблетки. Но сейчас, так как зимний период, решили обойтись без таблеточек. В упаковочке лежит две пипеточки. Носик отрывается и на холку капается. Также в коробочке есть наклеечки. Можно в паспорт наклеить, что произведена обработка. Удобно. На каждую пипеточку по одной наклеечке. Этот раз попробуем намазать на холочку нашей лаки на зимний период. Думаем, что справимся этими капельками. Барс. Знакомые говорили, что капают, им подходит. Также решили и мы этот раз испробовать капельки Барс. Вот, лаки уже приготовила. Сейчас будем капать наши лаки. Ну вот, сейчас. Вот, готовы для процедуры.